Ну, начнем мы, Олег, со специального предложения только одного дня. Ты знаешь, что означает красный ценник? Нет, не знаю. Ну, как не знаешь? Ну, сколько лет работаешь? Вот так всегда. Мужчины в одно влетело, из другого вылетело. Специальное предложение только сегодняшнего дня. А значит, и действует максимальная скидка. 2100 рублей. Именно столько сегодня вы сэкономите за то, сколько удовольствия получим. Олег, давай перечислим, что в комплектации. Итак, самая большая кастрюля 6,5 литров. Следующая 4 литра. Следующая 3 литра. Везде высококачественная углеродная сталь в виде дна и нержавеющая сталь. Следующая кастрюля 2,2. Ковш 2,2. И, внимание, Оля, сковорода сотейник диаметром 24 сантиметра и объемом 3,5. И главное, то, что здесь очень удобное антипригарное покрытие и ручки на выбор. Скажи, а вот а мужчины любят подарки? Мужчины очень любят подарки. Дело в том, что сегодня с каждым вашим заказом, если вы заказываете набор «Сказка», вы автоматически получаете чудесное приспособление. Называется «Щуп». Смотрите, что нужно с ним сделать. Его нужно воткнуть в мясо. И тогда вы узнаете, готово оно или нет. Но вспомните, когда готовим, например, говядину, как сложно добиться, чтобы она была мягкой, вкусной, тающей во рту. При помощи щупа вы поймете, как четко сделать 100% результат. Итак, начинаем со сковороды сотейника, где клепанные ручки и где готовится громадный кусок мяса. Объемом, внимание, практически целый килограмм. Оставайтесь с нами, смотрите, как мгновенно поднимается вот этот термометр. Буквально через минуту мы узнаем, готово ли наше мясо или нет. А это что у нас? Свинина? Это у нас свинина. Свинину надо больше прожарить, поэтому чуть-чуть не готово. Но сначала все по порядку. Так. Взгляните, какой сочный кусок. Но при этом я его жарил и тушил. А теперь ваш сотейник. Это ваш сотейник, это и Олин сотейник, и нашего оператора, и реквизитора. Это недопустимо, потому что здесь уже покрытия нет. Это выбрасываем. А теперь давайте взглянем на наш сотейник. Наш сотейник диаметром, Олечка, 24 сантиметра, имеет качественное антипригарное покрытие. Для того, чтобы сделать вот такую корочку, не нужно, а теперь отмывать или оттирать, нужно хорошо разогреть. И у вас получится идеальное мясо. Тем более, если вы, кстати, кладете сверху помидор, у вас получается очень хороший сочный кусок. То есть надо поднадавить, да? Вот ну, это да, это как бы, это знаешь, что получается? Это у нас соус. Соус! Ну, давай выкладывай. Слушай, мне нравится, знаешь, что в нашем наборе есть действительно не просто сковорода с антипригарным покрытием, а сковорода-сотейник с высокими бортиками. Первое преимущество. Да. Не летит жир так, как он летит от низкобортовых сковородок. Да. Это раз. Во-вторых, мне нравится, что здесь можно и пожарить, и потушить, и не перекладывать в другую посуду, потом, соответственно, не мыть кучу посуды лишней, правильно? Совершенно верно. Олечка, но теперь, подождите, я не угомонюсь от сотейника, потому что его не оставим в покое, потому что должен показать, какое качественное антипригарное покрытие. Смотрите, какой хороший кусок мяса. Казалось бы, все сочно, все прекрасно и хорошо. Скажите, пожалуйста, на вашей плите или ваша сковородка может приготовить? Или она по-прежнему непонятно как-то готовит и пригорает? Вот, если мы хотим готовить профессионально, как Олег Сотников, тогда звоним прямо сейчас и бронируем свой набор посуды. Всего 4599 рублей не за один сотейник, а за 12 предметов. Мы сейчас их перечислим чуть позже. Да. Олег Сотников, как всегда, отказывается мыть посуду. Только ее натирает до блеска. Оля, я хочу протестировать. У меня сейчас здесь приготовлен сахар. Я его высыпаю сюда и не думайте готовить на вашей сковородке, если это не сотейник из набора 12 предметов. Он мгновенно начинает таять. Кроме этого, я сейчас буду добавлять, к примеру, банан. Хочу приготовить бананы фламбе. Кстати, фламбе знаешь, как готовится? Как? Нужно добавить кусочки банана, фруктов, можно ягоды, и добавить коньяк. Но обязательно этот коньяк или, допустим, какой-то напиток, его надо выпарить, чтобы удалить спирт. То есть поджечь? Да. Ага. Не думайте это делать на своей сковородке, потому что ваша сковородка мгновенно
мгновенно перегорит и расплавится. Ну, пока будет плавиться, кстати, я хочу тебе рассказать, как я один раз в детстве испортила сковородку своей мамы. Решила сделать леденцы на палке, но именно на спичках. Засунула туда сахар, сковородку, он прилип, и все, пришлось отдирать вместе с покрытием. Сковородка, как говорится, пропала. Пропала? Испортила. Ну что ж, на нашем наборе можно готовить абсолютно все. Да. Набор «Сказка». Действительно, сказочный набор. У нас есть две вариации. Есть золотыми ручками, есть серебряными ручками. Да. Но в любом случае вы получаете, вне зависимости от цвета, вы получаете качество. Совершенно верно. Но теперь разбираемся. Друзья мои, наш набор сделан из качественной, из нержавеющей стали. Ручки, я уже сказал, и Оля сказала, на выбор. Но разбираемся. Вот у меня кастрюля. Она была с двумя ручками. И здесь, и здесь. Но здесь со временем с одной стороны отвалилась, потому что здесь была просто холодная сварка. При поднятии тяжелого предмета это, так сказать, падает. Ага. То есть это не нужно. Это выбрасываем, а наши ручки клепаные. Конечно, ведь лучше заказать качество. Причем, милые женщины, вспомните, когда мы приобретаем новую кастрюльку, новую сковородочку, готовить хочется по-другому, с любовью. Вообще хочется готовить, потому что чаще всего надоедает, правда? Итак, ну, друзья мои, я выливаю сюда коньяк и просто показываю нашим телезрителям, как легко можно поджечь. Не думайте экспериментировать у себя дома, потому что здесь открытые языки пламени могут просто расплавить ваше антипригарное покрытие. А здесь, смотрите, он превращается в карамель и при этом не пригорает. Представляете, я еще, Оля, обрати внимание, мешаю металлическим предметам. Ой, ну ты, как всегда, неисправимый Олег Сотников. Все равно вилкой, ложкой, железной. И пытается повредить поверхность, но не получается, потому что это качество. Бренд Питер Хофф, набор посуды, легенда телеканала Шопеншоу. Сегодня красный ценник, это сигнал, это пульсация для вас. 2100 рублей, это ваша экономия. Плюс ко всему, сегодня вы получаете еще и подарок. Подарок с каждым набором «Сказка». Итак, друзья мои, внимание, цепочка тоже идет. Нержавеющая сталь. Итак, посмотрите, что такое многослойное капсульное дно. Эффект томления. Вот она, ваша посуда, она уже к вам приехала. В разрезе давайте взглянем, что он нам дает. Первый слой – воздушная подушка. Второй слой – из алюминия, воздушная подушка. Третий слой – из нержавеющей стали. То есть равномерно идет распределение тепла. Раз. Второе – здесь очень удобно томить и так далее. Именно здесь из углеродной стали. Нержавеющая сталь – полный комплект и два подарка. Целый комплект по цене 4 599 рублей. Одну кастрюлю за такую стоимость не купишь. Да, совершенно верно.